Как, кстати, у тебя пяточки поживают? Ну вот пока я их сама не трогала. Они у меня вообще. Как будто их наждачкой припилили. В плохом смысле. Ну, короче, как наждачная бумага. Я вчера уксусом сделала. Ну, мне как бы особо не помогло. У меня просто там вообще трэш. Вот. И еще сделала этой. Ну, штучкой, которая чистит. В домашних условиях. Не, ну правильно, один уксус не поможет. Ты просто смягчаешь уксусом, а потом чистишь. Возьми себе пилку эту старик с которой. Ну, у меня есть. Ну, для ног, да? Да. Ну, конечно, получше стало, то вообще вчера жесть была. А музыка какая-то дурацкая. Мне, кстати, так давно сны не снились. Сегодня приснился. Такая в шоке. Причем там такие, знаешь, то я там в Японии путешествовала на днях, то в Израиль прилетела. Думаю, боже, что я наделала? Зачем я сюда прилетела? Да? Почему? Ну, типа одна оставила всех. Недавно сняла, что с тобой ругались из-за чего-то. Я думала, со мной путешествовали.